С начала 2024 года в приемную партии «Аманат» поступило около 800 обращений от североказахстанцев. 49% из них имеют положительное решение. Чаще всего жалуются на сферу ЖКХ – 36% от всего объема обращений. На втором месте – просьба одиноких пенсионеров помочь с уборкой снега. 10% заявлений связано с социальным обеспечением. Прочие вопросы находятся в сферах документирования, предпринимательства, трудоустройства, выделения жилья и земельных участков. Отрабатываем усилиями депутатов и неравнодушных членов партии. Например, в Весильском районе было обращение по ремонту крыши дома, сорванной из-за сильного ветра. Помощь в приобретении строительного материала оказал местный предприниматель. В Мамлютском районе депутат маслихата решил проблему с трудоустройством переселенца, воспитывающего 7 детей. Ему также помогли с ремонтом печного отопления. Совсем недавно обратились за материальной помощью 2 семьи с категории инвалиды и многодетные семьи. Для них актив филиала «Булашак» закупил продукты. С января 40 человек обратились за юридической консультацией после того, как пострадали от действий мошенников. Таких случаев становится больше, отмечают аманатовцы. Связаться с приемной партией можно через официальный аккаунт в Инстаграм, написать в WhatsApp по номеру 8-771-394-1650 или позвонить в единый колл-центр 8-800-080-44-41. Анна Богословская, МТРК.